Начни зиму без долгов и выиграй приз. В ноябре компания «Алтайэнергосбыт» проводит одноименную акцию. Среди клиентов в Алтайском крае и Республике Алтай будет разыграно больше 500 призов. Условия акции максимально просты. Нужно до конца ноября погасить все имеющиеся долги за электроэнергию, включая пеню, и внести авансовый платеж за ноябрь до 30 ноября 2019 года. Этого достаточно, чтобы стать участником розыгрыша более 500 призов от «Алтайэнергосбыт». Среди призов от компании – электрочайники, мультиварки, утюги, наборы светодиодных ламп, а также дисконтные карты со скидкой 20% на электротехническую продукцию. Скажите, пожалуйста, если у вас была возможность бы поучаствовать в розыгрыше призов, если для этого нужно только заплатить за электричество? Что нужно сделать? Просто заплатить за электричество. Ну, так я и так плачу. Ну вот, а если еще можно выиграть призы? Ну, с удовольствием. Конечно, поучаствую. Так, за электроэнергию все равно придется платить, а так, возможно, и приз выиграю. То есть никаких минусов, одни плюсы. В «Алтайэнергосбыте» уверены, взыскивать долги с нерадивых абонентов важно, но добросовестные клиенты достойны особого внимания. В результате такой политики компании количество отличников платежной дисциплины растет. Тем, кто хотел бы к ним присоединиться и принять участие в акции «Начни зиму без долгов и выиграй приз», напоминаем, заплатить нужно в ноябре 2019 года. Розыгрыш призов состоится в январе, а их вручение до 10 марта 2020. При этом всех счастливчиков компания персонально уведомит о выигрыше и пригласит получить их в ближайшем офисе компании. Подробная информация об организаторе, правилах акции на сайте компании «Алтайэнергосбыт». Вадим Слюсарев, Денис Кузьменко, Михаил Лифуншан. Новости.